программа «День с толком». Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Законный арест. Суд признал арест Стеллы Штань. Экс-представителю губернатора ВКЗС Стелле Штань суд не разрешил сменить СИЗО на домашний арест. Путунхуа или на языке Поднебесной, где на Алтае можно выучить китайский язык и какие это открывает перспективы. История чуда. Малышка Тася Ларионова с диагнозом спинальная мышечная атрофия получила шанс на жизнь. Стелла Штань остается в СИЗО. Алтайский краевой суд отказал удовлетворить апелляционную жалобу адвоката Стеллы Ивановны. Скорее всего, защита пыталась сменить меру пресечения на домашний арест. Напомним, 2 апреля экс-представителя губернатора ВКЗС поместили в СИЗО на 2 месяца. Штань предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2015 году Штань и заведующая детским садом «Хэппи Бэби» провели махинацию с документами и получили субсидию в размере 14 миллионов рублей. Добавим, что заведующую «Хэппи Бэби» арестовали еще в марте. Сейчас она также находится в СИЗО. 5, а то и 6 лет понадобится управлению федеральных автодорог Алтая для восстановления трассы на Телецкое озеро в Горном. К слову, эту и еще одну дорогу А-321 Барнаул-Павловск до границы с Казахстаном из региональной передали в федеральную собственность. Чтобы полностью восстановить последнюю, потребуется порядка 7 лет. А в этом году здесь планируют отремонтировать почти 40 километров. Всего их 389. Что касается расширения Чуйского тракта до 4 полос, то сегодня в рамках онлайн-конференции озвучили фронт работ на ближайший год и в этом направлении. Мы в этом году начинаем, а в следующем году вводим 4 полосок таких 25 километров. Основной участок фронта работ – это, как я уже сказал, от границы с Новосибирской областью до города Бийск. В Новоалтайске продолжается строительство объекта, который с нетерпением ждет весь город. Новая школа должна разгрузить другие образовательные учреждения. Сегодня они переполнены, учебные места в дефиците. Насколько облегчит ситуацию ввод школы в районе Демидов-парка и когда она распахнет свои двери, смотрите далее. А стройплощадка здесь обычная, да не очень. В типовой школе на 550 человек можно найти и оригинальное, к примеру, зону отдыха. Конечно, на ее месте сейчас стройматериалы, но вслед за ней появится и необычный объект – территория для опытов. Это зона, где будет заниматься разведением декоративных культур, растений, овощи выращивать сами будут. И что здесь уникально, вот в этом конкретном проекте будет метеоплощадка. То есть это будут детки обучаться, если есть такая возможность и желание у школы, значит, рассматривать метеоусловия. По стандарту здесь появится все, что мы привыкли видеть в типовых объектах. Блоки младших, начальных, старших классов, спортплощадка, 2 спортзала, слесарная, столярная, швейная мастерские. Родители рассчитывают, что высоким будет качество и строящегося здания, и преподносимых здесь знаний. В школу уже занимают очереди. Я не живу в этом новом микрорайоне, вот, но меня не останавливает нисколько ни дорога, ни общественный транспорт. Здесь прекрасно, я думаю, будут ходить. Просто это действительно современная школа. Этой школе, я думаю, позавидует любая наша городская школа. А многим длинная дорога до школы портит жизнь. К тому же действующие учебные заведения, что окружают этот район, переполнены. В городе на 11 школ примерно 10 тысяч учеников. Новая, теперь уже 12-я, должна помочь. Эта школа нам просто нужна была еще много-много лет назад. Понятно, что эта школа не решит проблемы со второй сменой. И мы, если честно, на ближайшую перспективу такую задачу и не ставим. Мы просто хотим разгрузить школы существующие. В новостройке должны начать принимать детей уже с сентября 2022 года. Работы выполнены почти наполовину. Андрей Дриер, Николай Шилко, «День с толком».
Цифровая среда добралась и до детских садов края. На первый взгляд фраза «цифровизация в дошкольном учреждении» звучит пугающе. Напомним, жители региона неоднократно выступали против дистанционного образования и цифровизации в школах. А здесь вообще речь идет о дошколятах. Однако эксперты успокаивают, никто не собирается уводить детей на дистант. Помимо обычных занятий в детских садах, малыши могут слушать аудиокниги, смотреть российские мультфильмы и не только. Это интерактивные доски, это робопчелки, это и гаджеты, которые есть и которые используются в конкретных образовательных ситуациях. У них есть мультимедийные проекторы, есть компьютеры. У каждого педагога практически в городских детских садах есть ноутбуки. И все равно где-то закачиваются хорошие детские мультфильмы. Есть минуты, когда можно на благо ребенка эти паузы использовать. Все это обсуждали сегодня в Алтайском институте развития образования. Рекомендации от столичного эксперта по дошкольному образованию брали на заметку заведующие и воспитатели из разных районов края. Всего более 70 человек. Наш ребенок рождается и живет в сетевом обществе, где цифровыми технологиями пронизана вся жизнь, и экономическая, и социальная, жизнь любого человека. Мы не можем вокруг него возвести баррикаду в 5 километров высотой для того, чтобы сказать, мы ограждаем нашего ребенка от цифровых технологий. Это все равно не получится сделать. Они есть в жизни нашего ребенка. Весь вопрос в том, чтобы использовать их на благо развитию. Сегодня в России, в том числе в Алтайском крае, отмечают Национальный день донора. Наш регион богат на благородных людей, своей кровью спасающих жизни других. В крае проживает 26 тысяч доноров, и с каждым годом их число растет. Наш следующий сюжет о героях милосердия. Качаем кровь, выжимаем капли, но не больше, чем 450 миллилитров. Всемирная доза помощи. Ирина сдает кровь в шестой раз. В ее семье донор, она одна. Была авария, как-то требовалось именно для конкретного человека сдать кровь, и приходила, сдавала. Ну, надеюсь, она помогла, дальше не знаю, но приходила, по крайней мере, именно конкретно для определенного человека сдать. И мне кажется, это просто обычное дело, почему-то нет, хочется просто сделать действительно хорошее дело. У Ирины группа крови первая положительная. Она весьма востребована, как и вторая группа, но первая с отрицательным резус-фактором требуется еще чаще. Ну, самая востребованная у нас первая отрицательная, потому что она у нас универсальная группа. Всем... Есть такие люди? Есть, конечно, и мы их стараемся обслуживать вне очереди всегда. Здесь эритроциты и тромбоконцентраты. Тромбоконцентраты, которые подготовлены в лечебную сеть. Эритроциты, например, бывают, нуждаются и женщине в родах, когда у нее развивается кровотечение, и при онкологических заболеваниях потребности разные. Свежезамороженная плазма используется для того, чтобы возместить потребность в факторах свертывания. Тромбоциты точно так же чаще всего используются для прикровотечения. Я так понимаю, что немного людей отзываются. Неизвестно, когда вот она срочно понадобится. И дай бог, чтобы она вообще нам не понадобилась, но пускай лучше будет. Несмотря на пандемию, в 2020-м своей кровью поделились 26 тысяч человек. Из них 6 тысяч – первичные доноры. И новых реципиентов, говорят, в центре должно становиться больше. Но только после второго визита кровь могут использовать. Мы заготавливаем у человека цельную донорскую кровь, разделили на компоненты и плазму положили на 4 месяца в морозильную камеру для того, чтобы она выждала, пролежала 4 месяца период карантина. Через 4 месяца донор приходит повторно, сдает анализы, и вот если у него все хорошие анализы, первая порция начинает выдаваться. За прошлый год в крае собрали 34 тонны донорской крови. Этого вполне достаточно, чтобы в регионе не сложился дефицит стратегического ресурса. Его запасы никогда не должны истощаться, благо что многие люди это осознают, регулярно совершая, пусть и тихий, но подвиг. Анастасия Дороган, Александр Антропов, «День с толком». Барнаульский предприниматель лишился недвижимости в центре города. Судебным приставам пришлось продать коммерческое помещение с молотка, чтобы покрыть долг ресурсоснабжающей организации, который близился к 1 000 000 рублей. Как такое могло случиться и что делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации, расскажем далее. Все началось еще в 2017-м. Тогда предприниматель, назовем его Иван, 2 месяца не передавал показания в Барнаульскую горэлектросеть. Когда передал, количество потребленной энергии специалистов предприятия сильно удивило.
Чтобы было понятно, 199 киловатт-часов, ну, это потребление двухкомнатной квартиры. А мы говорим о здании, площадь которого составляет 777 квадратных метров, находится в центре города Барнаула. Служба мониторинга горэлектросети установила, что электроэнергия потреблялась без учета, хотя пломба на счетчике была. Предпринимателя такая постановка вопроса не устроила. Он решил провести независимую экспертизу, которая, к слову, лишь доказала правоту сетевиков. По суду мужчине предъявили долг более чем в 500 000 рублей. Учитывая, что суды длились больше 2 лет, сумма долга выросла до 800 тысяч. Ну а далее все как по сценарию. Было выявлено и арестовано нежилое помещение, принадлежащее должнику, находящееся в городе Барнауле. Данное имущество было передано на реализацию в межрегиональное территориальное управление Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай. И таким образом все требования исполнительных документов, входящих в состав сводного исполнительного производства, были исполнены в полном объеме. Свои средства горсеть после продажи здания все-таки вернула. А вот предприниматель подсчитывает убытки. Ведь если бы он сам задумал продать недвижимость, выручил бы в разы больше. На предприятии говорят, этот случай прецедент. Но чтобы избежать таких, нужно соблюдать определенные правила. Обязан контролировать работу своих приборов учета потребитель. Подчеркиваю, безучетное потребление электрической энергии – это любое вмешательство в работу прибора учета. Хочу подчеркнуть, что если Барнаульская горэлектросеть составляет акт о безучетном потреблении электрической энергии и абонент не оплачивает его, то мы, естественно, будем защищать свои интересы в суде. А суд, как правило, стоит на нашей стороне, потому что мы всегда действуем в соответствии с законодательством. Ну а наш предприниматель, к слову, должен был не только местным сетевикам. Приставы Тульской области после продажи огромного здания тоже получили свое. Оказывается, бизнесмен из Барнаула не торопился и там платить налоги и оплачивать штрафы. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. 20 апреля – день китайского языка. Он установлен в памяти от Цан Цзэ, основателя китайской письменности. Сегодня с помощью иероглифов общаются 1,5 миллиарда людей в мире. И на Алтае тоже немало желающих заговорить на китайском. А вот где этому можно выучиться и какие перспективы это открывает, расскажет Анара Шагирова. Возможно, сегодня китайской письменности так бы и не существовало, если бы еще до нашей эры некий Цан Цзэ, наблюдая за чертаниями природы, не придумал свои первые 500 иероглифов. С тех пор общение у жителей Поднебесной сменилось с узелкового на письменное. И китайский язык стал одним из самых сложных в мире. Китайская речь крайне непривычна русскому слуху, поэтому с трудом верится, что язык вообще можно понять и уж тем более на нем заговорить. Но для студентов отделения педуниверситета китайский язык – это обыденность. Они на парах даже умудряются отвечать на вопросы. На наших парах мы изучаем то, что человек может, когда он изучит, он может пойти работать спокойно, да, и воспринимать радио, телевидение, да, общаться в жизни, да, с людьми, которые изучают путунхуа. Мы изучаем путунхуа, то есть это общий распространенный национальный китайский язык. А помимо путунхуа есть еще очень много диалектов. На филологическом факультете педуниверситета по этому направлению учатся больше 70 человек. Это будущие преподаватели китайского в России или русского языка в Китае. Студенты рассказывают, русский и китайский слишком далекие друг от друга языки. Например, о падежах, родах и числах китайцы даже не слышали. Главная сложность для русскоговорящих – произносить слова с нужной интонацией. Ну, например, да, есть 4 разных слова. Это «ма», 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 «ма». А «ма» – это «мама», «ма» – это «трава», «ма» – это «лошадь» и «ма» – это «ругать». По этой же причине легко спутать одинаково звучащие слова, например, «генерал» и «соевый соус» или «бессонница» и «собеседование». Но некоторых студентов ничего не пугает. Нередко они, имея языковое образование, уезжают в Поднебесную, находят там достойную работу и продолжают знакомство с местной культурой. В принципе, китайцы очень громкий народ, и кажется, что если ты с ними в одном помещении, они там на повышенных тонах разговаривают, что-то случилось. И иногда у своих коллег на работе я спрашиваю, вы сейчас поругались все или вы что-то обсуждали, как вы покушали на завтраке? Нет, мы обсуждали погоду, там, грубо говоря. В техническом вузе края есть курсы китайского. Правда, обучение там обойдется в копейку. Чтобы посещать занятия, не обязательно быть студентом вуза. Главное – желание. Возрастных ограничений тоже нет. Мне интересно.
Я всегда думаю, изучать языки надо, потому что это интересно, развивает кругозор. Ежедневно здесь в разных группах занимается до 10 человек. Читают, говорят и выводят иероглифы. Шан торговля, шан площадь. То есть все вместе это магазин большой, недорого. Курсы есть для разных групп людей. У нас есть курсы для студентов, для наших. То есть уходят наши студенты с тем, чтобы потом поехать впоследствии и учиться дальше в Китай, продолжать. У нас есть совместные программы магистерские. То есть у них есть шанс выучить китайский язык, допустим, поступить в магистратуру в Китае и учиться там, и получить 2 диплома. Ну и, конечно, изучать китайский можно в частных языковых центрах. Таких в Барнауле немало. А вот специалистов-преподавателей, вздыхает руководитель этих школ, по пальцам можно пересчитать. Впрочем, и желающих-то изучать китайский среди взрослых немного. Как правило, это те, кому нужно для бизнеса или переезда. Соотношение изучения языков английский и китайский – это, ну, на мой взгляд, и в моем языковом центре – это 99,1. И в основном это аудитория детская. Дошкольники, младшие школьники от 4 до 6 лет. В китайской письменности, утверждают отдельные источники, до 80 тысяч иероглифов. Их рост обязан интернету, откуда и берутся новые слова, и как следствие их начертания. Однако часто используют всего лишь 3 тысячи иероглифов. Но и этого немало. Оттого-то язык поднебесный для большинства остается недосягаемым. Анара Шагирова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Семье из Барнаула меньше чем за год удалось собрать более 150 миллионов рублей на лечение ребенка. Мы неоднократно рассказывали о Тасе Ларионовой, которая родилась с редким генетическим заболеванием – спинально-мышечной атрофией. При этом диагнозе дети постепенно теряют двигательные функции, не могут держать голову, у них пропадает глотательный рефлекс. Но самое страшное, что ребенок просто умирает на глазах родителей. К счастью, Тасе теперь это не грозит. Ее родители с помощью фондов и всех неравнодушных людей смогли собрать деньги на самое дорогое в мире лекарство – Золгенсма. Оно стоит более 2 миллиона долларов. Теперь Тасе поставят укол, который остановит болезнь. Малышку ждут долгие месяцы реабилитации, но главное – она будет жить. Это уже не первый случай чуда. Напомним, пару лет назад анонимный меценат помог приобрести препарат Золгенсма для мальчика из Рубцовска. Не так давно повезло еще одному жителю Алтайского края. Семья маленького Сережи выиграла препарат в лотерею. Швейцарская компания, которая производит лекарства, решила разыграть 100 доз препарата для детей со всей планеты. В это сложно поверить, но одна из них досталась барнаульцу. Жительница Барнаула стала самой красивой пышкой России. Ольга Фундаракина победила в конкурсе красоты среди женщин плюс сайз «Северная Аврора 2021», который проходил с начала апреля в Санкт-Петербурге. В 9-м сезоне конкурса участвовали 12 женщин в возрасте от 30 до 49 лет. В течение 2 недель они соревновались в кулинарии и аэро-йоге, проходили спортивную, танцевальную подготовку, принимали участие в мастер-классах. В анкете победительницы из Барнаула указано, что она родилась в Усть-Чирышской пристани, любит отдыхать в горах и петь, а еще готовить борщ и плов. По итогам конкурса жюри присудило победу нашей землячке. Победительница 9-го сезона конкурса красоты «Северная Аврора. Весенний сезон». А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи!